Оце таке. Зараз, секунду. Що тут таке? Нашла пакетик. Все любили барахло, занимались барахлом. Отвели ему крылечко, а заполнился весь дом. Я живу на барахле, я живу на барахле. Сплю и ем из барахла, из него построю лодку и уеду. Хей, ла-ла! Два дня на свалке. Сейчас вытащила с этого бина такие часы. Написано вот и форк. Ну это стекло. Это называется прессованное стекло. Тут уже многие прошлись по этим бинам. И я хочу сказать, что все равно можно что-то найти. Вот я сейчас вытащила эти часы. Такой ангел. Это подсвечник такой. Это 85-й год. $70. Вот это вот дупликация с антикварных открыток. Кто-то это продавал за $6. Это металлические. Я вот не знаю, к чему такие. Стекла здесь очень много. Пепельницы есть. Нашла вот эти в пакетах. Не знаю. Что это такое? Кроссбелл. Кукол много, это то, что пооставалось. С этикеткой. Кипсик, сделано в Китае. Вон такой. Так. И какое-то яйцо с подсвечником. Не пойми что. Это была какая-то как шкатулка, банка со снежинкой. Вот это вот тут кусок отломан. Это яблоко такое. А это где оно? А вот это идет вот так вот. Это свечка. Идем дальше. Не знаю. Иногда люди могут что-то не увидеть, не досмотреть. И вот так вот они тут все кидают. Все эти тяжелые. Надо сюда. Кто-то запакал. Но свет, если что-то на ножке написано. Пока симпатичный. Я ничего пока не вижу. Китай. Какая-то крышка от чего-то. Это тут уже давно. Для цветов неплохой горшок. Тут вот тоже стекло.
пластмасса. Какие-то буквы. Вот что это винтажная бутылка. Вы знаете, что бутылки необычные могут идти за неплохие деньги. Свечник такой. Что тут написано? По-моему, Japan. Японский. Japan — это означает 50-60-е годы. Окей. Кто-то набрал кучу чашек. Эта посуда неплохая. Тут уже все прошлись, поэтому ничего я тут такого найти не могу. Вот это такая. Сейчас, секунду. Что тут такое? Нашла пакетик. Что в этом пакетике? Я вижу, что тут какая-то крышка. Так, а тут что? Что тут? Что это такое? Какая-то как цепочка. Сейчас пойду гляну. 12 o'clock midnight. Вот это вот мои находки со свалки. Вот такое кольцо без камня. Такое кольцо называется без камня сеттинг. Я не думаю, что оно не золотое. Потому что здесь нет никаких опознавателей. Я не видела. Цвет золотой, но это, я считаю, очень, знаете, такое. Может, это позолоченное. Или я считаю, мне нужен камень, чтобы я на камне это, знаете, прочесал эти цепочки. Камень, который может не определить, если это золото или нет. Но я думаю, что они где-то 10 карат золота. Цепочка с крестиком. Цепочка эта точно не золотая. Хотя, знаете, низкое золото, оно может тоже темнеть, как мне сказали. Вот такая цепочка с таким кулоном. Это понятно, что это не настоящий жемчуг. Так, такая цепочка. И такая цепочка с буквой. Так что вы видели. Я не знаю, если это было видно на видео или нет. Я не хотела, знаете, вот так вот стоять с этим кульком, чтобы на себя привлекать внимание. Вот этот пакет. То, что я нашла. Но что меня... От чего я была в шоке, что столько людей там уже прошли, и мы на свалку приехали днем, то есть свалка была открыта до этого 4 или 5 часов, и никто этот мешочек не взял. Так что оно вообще ничего не весит. Вот это вот были мои находки со свалки со вчера, плюс часы от компании Walford или Waterford, я извиняюсь, я постоянно путаю имена этой компании. Плюс еще нашла на свалке этот кошелек от этой компании. Это не кошелек, а для кредитных карточек. Очень
считаю, это настоящая кожа. И здесь написано Genuine Leather, и он очень классный. Один этот кошелек окупит всю мою покупку. Я еще посуды покупала, и посуду я буду показывать на отдельном видео. Хочу сказать всем большое спасибо. И... Всем большой привет! Я сейчас на свалке. Вот хочу показать. Нашла вот такую вот тарелку. И кое-какие люди мне написали, что это Китай. China, да? Но хочу сказать, что здесь, по-моему, написано Germany. China — это означает посуда. Здесь написано 22 карата золота. То есть это все золотая водка. Потом нашла вот такой вот тазик. Не знаю, ставить его или нет. И еще я нашла вот этот кувшин. Я не знаю, это не кувшин, это кофейник. Но я к нему не могу найти... не могу к нему найти крышку. И еще нашла вот такую вот небольшую картину. Потому что симпатично. В общем, потом обзоры будут в моем видео более детальные. Кто-то набрал кучу чашек. Я сейчас нахожусь на свалке. Нашла вот это. Гляньте. Теодор Хавиланд Лимож, Франция. Тончайший фарфор выкинули. Выкинули на свалку. Я вообще в шоке. Хотя я не должна быть в шоке. Я не знаю, что за компания. Тоже написано Франция. Я эти чашки тоже нашла с блюдцем. Каждый тут ищет свой клад. Я потом дома гляну. Что это был за мешочек? Точнее, что в этом мешочке? Я покажу это на этом видео. Тут все свалено в кучу, как видите. И я не знаю, что это было в мешочке. Я его сейчас запрятала, чтобы его никто не нашел, не вытащил меня. Но что я хочу сказать, что столько людей уже тут прошли, потому что это далеко не свежие бины. И никто не обратил внимания на этот мешочек. Что означает каждому свое. Это такая аппликация. Аппликация на свитер. Я не люблю покупать по одному, потому что у куклы сиси. Зашитые сиси. Не люблю покупать по одному, потому что это нелегко продавать. Вот новый пенал такой. Что это такое? Не знаю. Тут кто-то наклеил. Вот такая книжка с адресами. Симпатично. Адресбук. Я не знаю, где она в Китае, естественно, 2017 год. Ну, я не знаю, кто сейчас это использует. Не знаю, похоже, как новое. Вот еще одна аппликация. Так я не знаю.
доказательство того, что даже в хламе можно что-то найти. Что тут находится? Не знаю. Я не могу это открыть. Ну вот как. Симпатичные. Вот это вот можно использовать, когда кто-то у тебя покупает на eBay. Посылать им типа спасибо. Хочу еще вот этот ящик подойти. Знаете, что тут делается? Мама дорогая. Тут похоже, как наклейки. В этом. Если бы я знала, как его открывать. А, он легко открывается. Я хочу сказать, есть наклейки, они могут продаваться за очень большие деньги. Вы можете упасть со стула. Если я вам скажу, за почем могут они продаваться. Так. Какие-то колонки. Starbucks. Ну, не сломанный. 50 лет. Это может стоить взять. Если тут от него... Це таке. Какой-то Лёва. Кстати, неплохо сделан. Тяжелый. Тоже пакет с чем-то. Как фишки какие-то. Что это такое? Не вижу, где это сделано. Кукла какая-то. По-моему, помимо этого Лёвы я еще что-то видела. Их два было. Тут никакой ни компании, ничего не написано. Это не Starbucks. Больше нет. Я вам говорю, вот в таком вот, на вид, да, нифига, типа один хлам, вот можно такое найти. Так что вот так вот. Какие-то дети появились.
Ладно, я думаю, я пойду. Хочу сказать всем большое спасибо. Да, я сейчас добавлю в видео то, что я нашла. Мы с вами вытащим это из пакета, это не будет поделено на два видео. В общем, до встречи.